режет, нежно. Да, ты их так держишь. А сказку рассказать? Ага. Про кого? Давай про черемок. Да. Жили? Ой, не так. Да. Стоял в поле доме черемок. Очень красивый. У него была красная крыша, окошки красивые. И вот бежала по полю мышка. Как делает? Пи-пи делает мышка. У тебя есть мышка? Увидела мышка домик, черемочек. И она лапкой постучалась. Тук-тук-тук в двери. Вот так. Тук. И спрашивает, кто в теремочке живет. А ей никто не ответил. Мышка подумала, что там никто не живет. Она зашла в домик и стала там жить. Она себе чая сделала, попила и стала играть. А потом по полю прыгала лягушка-квакушка, зеленая. Ква-ква делает лягушка. И увидела лягушка домик, он ей тоже понравился. Лягушка говорит, ой, какой красивый домик. Да. Я тоже хочу жить в этом доме. Да. И лягушка тоже лапкой постучалась, тук-тук-тук, и спрашивает, а кто в теремочке живет? Ножкой постучала? Да, и она спросила, кто в теремочке живет? Кто там уже живет? Там уже мышка живет, правильно, мышка пи-пи-пи. А лягушка говорит, мышка, можно я буду с тобой жить? Да. Да, мышка разрешила. Лягушка зашла в домик и тоже стала там жить. А потом бежал зайчик-попрыгайчик. Как зайчик прыгал? Покажешь? Да. Дай мне ножик. Ножнички. А так. Вот так прыгал зайка, прыгал. Да. Он увидел домик. Понравился зайке домик? Да. Да, зайке понравился. И он попросился жить тоже в домике. Можно зайке в домике жить? Да. Можно, он хорошенький. И они будут все вместе дружить. А потом шла лисичка-сестричка, рыжая, с пушистым хвостиком. Да. И увидела лисичка домик и тоже постучала. Ей тоже разрешили жить в домике. Говорят, у нас есть свободная кроватка, заходи, будешь на ней спать. Говорят, лисичка, ты голодная? Да. Да, лисичка была голодная. И ее покормили. Что лисичке дали кушать? Кашу, скажи. Каша. Кашу дали. Каша. Потом скажешь? Хорошо. И вот они вместе жили, играли. А потом бежал волк. Как делает волк? Как делает волк? Воет волк. И он постучал в двери. Говорит, можно я буду с вами жить? Нет. Нет? Нельзя волку? Почему? Он хороший, маленький волк, пушистенький. Можно? Он хороший, он будет дружить, играть. Можно? Спасибо. И вот они все вместе стали играть в машинки. Там в домике были машинки, и они стали их катать по полу.
А потом пошли пить чай. И тут шел большой медведь, очень большой, и говорит: кто в теремочке живет? Кто там живет? Пи-пи-пи. Мышка живет, волк живет, пи-пи-пи. Лягушка. Да. А еще кто? Пи-пи-пи. Мышка, да, зайчик. Да. И лисичка. Да. И Мишка говорит: а можно я буду с вами жить? Нет, Мишка, ты не поместишься. У нас уже полный домик, а ты такой большой. Тут нету места, Мишка. А Мишка говорит: а я на крышу залезу. И полез Мишка на крышу. Лез, лез. Вот такая крыша. Он залез, только сел на крышу, бах! И развалился теремок. Разбежали звери кто куда. А потом они стали строить новый домик. Они уже строили домик большой, чтобы и Мишка поместился. Они стали бревна носить, доски пилить, молоточком гвозди забивали, да. Построили большой красивый домик, да. И всем там было место, и они вместе играли, дружили. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Ты уже так много порезал? Нет. Мало? Да. Ну, режь еще, конечно, режь.